Сложно поверить, но Александра Михайловна Селютина – ровесница Ленинского района. 15 июля ей исполнилось 90 лет. С этим событием ее пришел поздравить глава муниципалитета Валерий Венцель. Он зачитал юбиляру поздравительный адрес от президента, а также вручил подарки от руководства области и района. От нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева позвольте вот такой комплект постельного белья вам преподнести в ваш день рождения. И от нас позвольте вот такой плед, чтобы согревал вас в ненастную погоду. Угу. Вот. И решите вам вручить вот такую памятную медаль. В этом году не только у вас 90-летний юбилей. В этом году еще юбилей нашего Ленинского района. За свою долгую жизнь этой женщине много чего пришлось пережить. Приход немцев в их село и страх, что сейчас расстреляют. Холод и голод, смерть на фронте отца. Он прямо в первых числах погиб. Как взяли его, и вот тут же он и погиб. И никакого слуха нет, только пришли бумаги. Мы запрос делали, может, думаем, найдут его. Опять бумаги такие же пришли. Вот и все. Было тяжело, но она справилась. Неженскую работу по разработке торфяника в Ленинграде после войны она сменила на стройку Московского коксогазового завода и других социальных объектов Видного. Жили сначала в палатках на Сахалине. Так в ту пору называли временный поселок. Потом нас у бараки переселили. Переселили в бараки. Там комната у нас была, там, я не знаю, сколько нас человек, 12 человек нас жили. Вот там мы с мужем поженились. И нам дали на Садовой улице комнатку. В 1961 году семье дали квартиру на Гаевского, в которой Александра Михайловна живет до сих пор. Ее муж, фронтовик Степан Федотович, почти полвека проработал в аммиачном цехе на Московском коксогазовом заводе. Увы, 2 года назад он ушел из жизни, едва успев отпраздновать свое 90-летие. На вопрос о том, как ей удается так хорошо выглядеть, Александра Михайловна ответила просто. Потому что мой муж очень хороший был. У нас никогда с ним ни спору, ничего, хорошо жили. Дети у меня очень хорошие. Вот поэтому я ни о чем не волновалась. Вот этим здоровье я сохранила. Сноха Александра Михайловны Марина Селютина уверяет, что, несмотря на довольно тяжелую жизнь, ее свекровь всегда была очень светлым и отзывчивым человеком, оптимисткой, с которой стоит брать пример. Она у нас замечательная, она настолько добрая, она такая отзывчивая, она за всех переживает у нас, поэтому иногда бывает, что болеет из-за нас, что где-то что-то, ну кто-то заболел из детишек, но она у нас вообще труженица. Молодец. После рождения детей наша героиня работала и в детском саду, и в школе, и даже в ЗАГСе, откуда в 73 года вышла на пенсию. Пока было здоровье, занималась садом на даче. Сейчас, говорит, сил хватает лишь на то, чтобы сходить в магазин и приготовить обед. Живет одна, но оба сына, 3 внука и 3 правнука постоянно приходят в гости. Так что скучать, говорит Александра Михайловна, некогда. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.